отменили приговор Челябинке, которая пыталась продать девственность своей 13-летней дочери за 1,5 миллиона рублей. Ранее даму признали виновной по статье «Торговля несовершеннолетним, зависимым от виновного». Напомним, по данным следствия, обвиняемая хотела подзаработать на невинности своей дочери. За 1,5 миллиона рублей девочку, словно товар, предложила богатому спонсору. Но об этом узнали полицейские. Маму школьницы и ее подругу задержали. Мы с ней приехали в Москву для знакомства с богатым мужчиной, для получения материальной помощи за оказание сексуальных услуг моей дочери. Московский суд признал Челябинку виновной в колонии общего режима. Она должна была провести 4,5 года. Но женщина обжаловала вынесенное решение. Теперь дело будет рассматривать другой состав судей. По данным пресс-службы Люблинского районного суда Москвы, приговор был отменен. Для чего вы приехали? С целью продажи права первой ночи. Подельница обвиняемой же получила 3,5 года колонии. 13-летняя девочка, которую мать пыталась продать богатому спонсору, сейчас с бабушкой.